Уважаемые гости, компания Codirlan приветствует вас. Тема нашей сегодняшней встречи – изменения в налоговом учете и отчетности за 2021 год. Ну и, соответственно, настройки, которые нужно выполнить в программе 1С ERP для того, чтобы благополучно сдать отчетность. Программа вебинара у нас будет включать несколько пунктов, но мы немножко их поменяем местами. То есть мы сначала с вами поговорим про вот эти вот пункты, потом вернемся к новым ФСБУ, кто ее сдает, какие есть там особенности, и дальше уже посмотрим в программе по ходу пьесы, как сделать настройки, чтобы получить отчетность уже с учетом этих изменений и, соответственно, регламентированную отчетность сдать как положено. 2021 год для бухгалтеров был очень тяжелым, потому что были изменения и 2020 года, то есть это ФСБУ 5/2019, и, соответственно, еще два новых ФСБУ 6/2020 и 26/2020. Ну и, естественно, это еще и прослеживаемые товары. Как мы с вами будем сегодня вести встречу? То есть, поскольку достаточно много нормативных материалов, я буду показывать слайды и буду переключаться на конфигурацию и показывать уже на конфигурации какие-то конкретные действия, когда будут касаться настроек, отчетов, ну, то есть всего, что требуется показать. Прошу прощения. И, соответственно, мы будем очень благодарны, если вы будете задавать какие-то вопросы, возможно, по вашим конкретным ситуациям. Наши координаты указаны на каждом слайде. Это электронная почта и номер. Ну и, соответственно, можно и на сайте информацию посмотреть и оставить какие-то свои отзывы и впечатления. Если вопросы ваши будут в письменном виде, мы сможем и более предметно ответить относительно вашей ситуации. Ну и, соответственно, время на подготовку ответа будет побольше, и ответ может быть более полный. Так что будем рады любым формам контактов. Возвращаемся снова к теме нашего вебинара. Соответственно, в 2021 году было достаточно много и налоговых, и бухгалтерских изменений. То есть ФСБУ – это федеральный стандарт налогового бухгалтерского учета. Они, в общем-то, были ожидаемы, обязательны к применению они с 2022 года, но мы можем применять их и за 2021 год, ну, естественно, это уже в добровольном порядке. Ну, начнем с организационных, так сказать, моментов. Налоговая приняла достаточно много изменений, которые касаются не только отчетности, но и некоторых, скажем так, оргмероприятий. Первое, в общем-то, это ужесточились правила принятия отчетности, и налоговая выпустила достаточно много и актов, и писем, и пояснений, которые конкретизируют эти требования. Один из неприятных моментов – это то, что налоговые декларации могут быть признаны непредставленными, несмотря на то, что вы их отправили в налоговую инспекцию, как бы все прошло, оператор ТКС пропустил, но статус принято, декларация может либо потерять, либо не приобрести, даже несмотря на факт отправки. Что в этом случае происходит?
Налоговые органы могут признать расчеты или декларацию непредставленными. Ну, во-первых, если при камеральной проверке по какому-то налогу выявились обстоятельства. Обстоятельства у нас перечислены, вы видите их на экране. То есть первое – это административные причины. То есть если налоговая подписана не уполномоченным лицом, если налоговые отчеты подписаны дисквалифицированным физическим лицом, либо имеется свидетельство о смерти руководителя или того, чьим автографом подписали декларацию. То есть это все у нас с вами причины, которые связаны с подписью человека. Хочется сделать небольшое отступление. То есть подписи с прошлого года можно было заменять, поскольку квалифицированная подпись теперь будет выпускаться только налоговыми органами. И нужно было озаботиться тем, чтобы в бесплатном формате такую подпись сделать, даже несмотря на то, что у вас была, допустим, ЭЦП, созданная нашими достаточно крупными операторами, тем же, допустим, Контуром, Тензором и так далее, все равно многие могли столкнуться с тем, что в этом году подписать и отправить какие-то документы, используя эту подпись, уже невозможно. То есть все вот эти требования, которые ужесточают требования к подписантам, соответственно, нашли свое отражение именно в изменении порядка удостоверения подписи. Еще одна причина, по которой налоговики могут не принять вашу отчетность, это если была внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица. То есть, в принципе, нужно проверить обязательно, нет ли записи, потому что бывают и ситуации, когда такая запись внесена ошибочно. Ну и самый неприятный вопрос, это касается того, что если при проверке декларации, которая уже была отправлена в налоговую инспекцию, выявляются какие-то ошибки в ее заполнении, то есть расхождение контрольных соотношений. Это касается декларации по НДС. В этом случае налоговая будет считать, что вы нарушили порядок ее представления. И второй неприятный момент – это по РСВ. Обычно там бывает больше всего ошибок, которые связаны и со стажем, и с элементарным округлением данных. Ну и, соответственно, если декларация будет считаться не представленной, то включается механизм начисления штрафов и, ну, соответственно, материальной ответственности за ошибки в представленных расчетах. Следующий момент, который... Простите, перекинула не туда. Следующий момент, который, в общем-то, тоже конкретизирует новые правила, это контроль за уплатой имущественных налогов. Значит, вы видите на экране подробности, которые касаются именно этого пункта. То есть то, что будет предпринято в 2022 году, ну, фактически, начиная вот с января и кончая полугодием, но красным шрифтом выделено то, что уже действует сейчас то, про что я говорила, то есть электронные цифровые подписи от коммерческих удостоверяющих центров. Их нужно было либо перерегистрировать через налоговую инспекцию, либо в налоговой инспекции создать, ну, самостоятельную ЭЦП. Соответственно, контроль за уплатой сильно ужесточается. Ну, единственное, можно так сказать, ложка меда, это то, что с 1 января переплату мы можем зачислять
И на страховые взносы, ну и, соответственно, за переплату со страховых взносов можно зачитывать в счет оплаты по налогам. Раньше такой возможности не было. Раньше можно было зачислять по заявлению переплату только в рамках, допустим, переплату по федеральным налогам в счет недоимки по федеральным налогам, ну и, соответственно, про страховые взносы речь не шла. А еще одно понятие, ну, в общем-то, можно считать это хорошей новостью, это про налоговую реконструкцию. Налоговая реконструкция – это, в принципе, очень тесно связана тема с проверками контрагентов, с недобросовестностью, с применением схем для минимизации налоговых нагрузок. На самом деле, в случае, если сталкивался кто-то на практике, в случае, если возникает такая тема при налоговой проверке, то такие расходы исключались из состава затрат налоговыми органами, ну и, соответственно, дальше все переходило либо на судебные разборки, либо на большие финансовые санкции. А сейчас то, что регулируется, то есть именно вот этот раздел регулируется письмом, которое было принято в отношении 54 статьи Налогового кодекса, и письмо это было выполнено налоговой инспекцией. Номер, ну, то есть ссылку на письмо, прошу прощения, вот вы можете видеть на экране. А в этом случае налоговые органы уже не могут полностью не учитывать документы, которые касаются именно ну, то есть именно сомнительных сделок. И особенно, если в результате этой сделки не был причинен ущерб госбюджету. Ну и во-вторых, что очень важно, если все-таки такая тема возникла в результате проверки или каких-то других действий налоговых инспекций, то обязанность доказывать, что вы не виноваты, лежит на вас. То есть налоговая инспекция не будет искать документы, подтверждения, которые оправдывают налогоплательщика. Это проблема утопающих, и, соответственно, утопающие должны с ней самостоятельно бороться. Теперь немножко поговорим про изменения именно прошу прощения. Значит, по налоговой реконструкции это, соответственно, касается проверки контрагентов. То есть, если вы начинаете работать с какими-то новыми контрагентами, то нужно провести и зафиксировать реальные данные, что вы проявили должную осмотрительность, что этот контрагент не однодневка, ну и, соответственно, все, что может в последующем доказать, что это была реальная сделка, и у вас как минимум не было умысла по занижению налоговой базы. Еще один момент, что были изменения как в порядке сдачи отчетности и налоговой, и бухгалтерской, так и, собственно говоря, в самой налоговой отчетности. То есть были приняты новые формы декларации и так далее. Некоторые из них автоматически обновляются в процессе обновление программы, то есть в новом релизе уже присутствуют новые формы отчетности. Но для некоторых необходимо делать дополнительные настройки, чтобы можно было использовать добавленные в конфигурации блоки. Теперь перейдем к изменениям в налогах и отчетности. Мы не сможем, к сожалению, полностью подробно остановиться на каждом пункте. Мы немножко более подробно рассмотрим некоторые, ну, скажем так, самые важные для практики
позиции. И перейдем с вами уже к тем разделам. То есть это прослеживаемые товары, новые ФСБУ, которые вызывают необходимость изменения настроек, ну и, соответственно, вызывают больше всего вопросов. Про контроль за уплатой налогов я уже немножечко сказала. То есть, кроме того, что изменились сами формы, здесь вы можете видеть, с какой даты эти изменения были введены в эксплуатацию, если можно так сказать. Красным текстом вы видите вот как раз про аннулирование отчетности, то, о чем мы говорили несколько минут назад. Ну и, соответственно, другие пункты, которые призваны усилить этот контроль. Это то, что касается уплаты. Перейдем к тому, что касается начисления НДФЛ, ну и, соответственно, отчетности по подоходному налогу. То есть в ноябре у нас изменились коды доходов и вычетов для справки 2 НДФЛ. То есть это напрямую у нас сейчас связано с 6 НДФЛ, то есть с отчетностью за 2021 год. Обратите внимание, что изменилась кодировка, то есть изменились именно коды. То есть если вы укажете старые коды, то программа может не пропустить вашу отчетность. Это касается командировочных и лекарственных вычетов. Ну, естественно, новые формы 2 НДФЛ и прогрессивная шкала по 2 НДФЛ. Что такое прогрессивная шкала? То есть это до 5 миллионов рублей. Мы начисляем НДФЛ по ставке 13%. Если база больше 5 миллионов рублей, то превышение, соответственно, от 3 миллионов 1 рубля и до 5 миллионов облагается по повышенной ставке 15%, и в бюджет мы его оплачиваем по отдельному КБК. Обратите на это внимание, потому что, ну, к сожалению, придется делать на одного и того же человека несколько платежек, если он имеет достаточно высокие доходы. Изменения затронули также расчеты с сотрудниками. Ну, во-первых, добавился пункт по алиментам. Например, если сотрудник, ну, то есть если организация предоставляет сотруднику вычеты и, соответственно, возвращает ему удержанный НДФЛ, если он был излишне удержан, то эта сумма также будет добавляться в базу для начисления алиментов. По поводу нерабочих дней, это уже достаточно много, разными источниками было и консультантам, и гарантам, и журналами бухгалтерскими было много разъяснений, как это должно исчисляться. Мы остановимся на том, что отменили единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. То есть эта справочка обычно выдавалась женщинам, когда они становились на учет в ранние сроки, и потом эта справочка попадала в бухгалтерию, по которой мы отчитывались в ФСС о том, что такая справка есть, и ФСС перечисляла, соответственно, деньги. Теперь вместо этой справочки введено ежемесячное пособие, то есть не разовое. И размер такого пособия стал, естественно, гораздо выше, потому что рассчитывается оно уже, отталкиваясь от МРОТа. Но есть и дополнительные требования, что в этом случае должны анализироваться данные о среднедушевом доходе каждого члена семьи.
И если этот доход будет меньше прожиточного минимума, то, соответственно, начисляется рассчитанная сумма. Плюс, что бухгалтерам это пособие теперь не нужно контролировать и начислять. Это пособие будет выплачиваться через ПФР, а не через ФСС. И, собственно говоря, это начисление и перечисление будут выполняться уже не работодателем, а именно ПФР. Ну, поскольку ситуация, когда такая справочка была получена до 1 июля, у нас уже в марте не будет, то я на этом не буду более подробно останавливаться. Еще один момент, это касается РСВ, то есть по итогам года мы должны представить РСВ по старой форме. Но это будет последний раз. За первый квартал 2022 года уже нужно будет предоставлять новую форму РСВ. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание. Изменения коснулись имущественных налогов, но в основном мы не будем на этом более подробно останавливаться. Очень удобное разъяснение по этому поводу дает консультант и гарант. Там расписано все пошагово, что касается именно имущественных налогов. Вот по поводу НДС, существенно, на что стоит обратить внимание, немножко изменились условия блокировки счета в случае, если не своевременно предоставлена отчетность. То есть отчетность в этом случае небольшой люфт по срокам, то есть через 20 рабочих дней, если не поступила декларация, вот в этом случае уже будет выставлена блокировка. Теперь еще один интересный момент, который касается налога на прибыль. Налоговая декларация должна быть сдана по новой форме, уже за 2021 год. И чисто расчетов авансовых платежей очень рекомендую посмотреть вам последние ноябрьские, декабрьские разъяснения от налоговой инспекции по этому поводу. Упрощенка тоже потерпела некоторые изменения. Во-первых, у упрощенцев возникает новая форма декларации. Во-вторых, ну, по лимитам, соответственно, нужно просмотреть, чтобы вы не потеряли в 2022 году право на использование упрощенки. А в самой декларации добавлена еще статья, которая отражает патентную систему налогообложения. То есть, если вы ее используете, то, соответственно, нужно обратить внимание именно на эту строку. Ну и из обзора еще о чем я хотела бы сказать, это про изменения, которые коснулись кассовых аппаратов, прослеживаемости и маркировки. Я на прослеживаемости хочу сделать отдельный акцент, потому что сейчас мы после этого поговорим про него подробнее. Ну, по поводу маркировки, в товары, подлежащие обязательной маркировке, добавились еще некоторые, то есть молочная продукция, минеральная вода. И, собственно говоря, изменения, которые касаются исключений, то есть что можно не маркировать. А вот красным шрифтом выделена строка по прослеживаемым товарам. А с 8 июля эта система заработала, в общем-то, по импортным товарам. И про них сейчас вот мы к ним перейдем поподробнее.
Еще один момент, что бухгалтерская отчетность тоже сама по себе формы бухгалтерской отчетности не изменились, но налоговые органы привели в соответствие требования, которые были в законе, федеральном законе об учете, и, собственно, тем, что предлагала на своем сайте, какие услуги предлагала налоговая инспекция, как можно было сдавать бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность теперь может сдаваться с сайта налоговой инспекции, и, соответственно, налоговые отчеты тоже можно сдавать через сайт налоговой инспекции. То есть теперь официально как бы разрешено сдавать и через сайт налоговой инспекции, и через операторов ТКС. Раньше в бухгалтерском учете было прописано, что бухгалтерская отчетность должна сдаваться через ТКС. Хотя на практике это было немножко по-другому. Итак, с 1 июля у нас начало работать положение ФЗ о прослеживаемых товарах. Что это такое, кого затронуло? Это затронуло в основном импортеров, которые возили, завозили разные виды товаров. Был составлен список по кодам ТНВЭД, в который вошли товары, которые на первом этапе попадают под эту систему. То есть это в нашем случае была спецтехника, то есть бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и так далее. Компьютерная техника, мониторы, телевизоры и детские товары, то есть детские коляски, автомобильные кресла и так далее. Было сразу анонсировано, что этот список будет расширяться, и цель контроля – это снизить оборот нелегальных или с нарушениями растаможенных товаров, импортных изделий. Для того, чтобы соответствовать требованиям этого закона, участники оборота должны были немного перестроить свою деятельность, то есть принимать и выставлять счета фактуры исключительно в электронном виде и с указанием РНПТ. То есть это новый показатель, который присваивается при таможенной очистке товаров. Соответственно, была изменена форма счета фактуры, туда были добавлены новые графы, и участники оборота должны сдавать налоговой инспекции отчеты по таким товарам, отчеты и подавать уведомления. Ну и, соответственно, вступило в силу к обязательному применению новые федеральные стандарты ФСБУ-6 и ФСБУ-26. Эти документы практически обязательны к применению всеми участниками бизнеса. Если, допустим, по прослеживаемым товарам там есть небольшие исключения, и в предыдущих ФСБУ тоже были некоторые исключения, то здесь их гораздо меньше. Единственный плюс в том, что ФСБУ 6 и, соответственно, 26 в отчетность 2021 года не попадают, то есть не применяются. Но требования их предприятия обязаны выполнять, начиная с 1 января 2022 года. В 2021 году предприятия могли по выбору применять или не применять. Если добровольно, то
Значит, уже для них эта система более-менее освоенная, понятно, уже привыкли к ней сотрудники. Если нет, если с 2021 года, то вот было очень много вопросов и обращений именно по этому поводу. Ну, естественно, при вступлении в силу новых ФСБУ, наши старые привычные ПБУ прекратили свое действие. Вот табличка, которая была принята, то есть табличка, которая отражает, какие товары попали под прослеживаемые, под понятие прослеживаемые, всего 18 групп товаров. Ну, естественно, поскольку список будет расширяться, то их будет больше. Ну и, скорее всего, сейчас будут изменения еще в связи вот с санкциями и со всеми нашими внешними, так сказать, обстоятельствами. Теперь снова вернемся к прослеживаемым товарам. С ними тоже было не все однозначно, не все так гладко. То есть с 1 июля этот ФЗ стал обязательным, но при этом выяснилось, что полностью применять его еще невозможно, поскольку не были приняты некоторые документы, то есть положение национальной системы прослеживаемости, окончательные реестры, ну, то есть окончательные списки. И в связи с этим было письмо налоговой службы о том, что пока эти документы не приняты и не вступили в действие, то штрафные санкции, которые обычно применяются за неисполнение требований каких-то нормативных документов и актов, пока не будут применяться. Но для того, чтобы начать работать с прослеживаемыми товарами в конфигурации, мы будем рассматривать и все действия на примере ERP. И хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Мы будем рассматривать примеры на базе 1С ERP 2.5.8, то есть релиз программы 2.5.8. Почему я делаю на этом акцент? Потому что между релизами существует достаточно большая разница именно в ERP, вот в последнем полугодии, потому что добавлялись отдельные разделы, вот как в случае с прослеживаемыми товарами. И немного изменился интерфейс по настройкам. То есть функционал весь сохранен, весь тот же самый, ничего никуда не пропало, только добавилось. Но если вы вдруг заметили небольшие расхождения, то это из-за того, что релизы немножечко отличаются. Я взяла для примера релиз 2.5.8, потому что в нем уже были изменения, которые касались и прослеживаемых товаров, и ресурсных спецификаций, но, соответственно, еще не было изменений, которые были в релизе 2.5.9, который ну, как бы, который уже использовался осенью, там, сентябрь, октябрь. Итак, что у нас по прослеживаемым товарам? Значит, у нас есть перечень, который должен сейчас использоваться. И для того, чтобы его можно было активировать, мы должны перейти в программу. Я сейчас покажу вам слайдик, а потом мы перейдем туда вживую. То есть первоначально активировать возможность работы с блоком мы можем в разделе НСИ и администрирование. На слайдике показано, что откуда идет, а мы с вами сейчас переключимся в демо-базу, и я это же покажу на живом примере. То есть, еще раз напоминаю, это НСИ и администрирование. Переключаемся. НСИ и администрирование. Раздел «Настройка НСИ и разделов».
учет НДС, импорт и экспорт. А вот хочу обратить внимание именно на этот пункт, потому что в демобазе, видите, у меня стоит учет НДС, импорт и экспорт, а на стадике у меня стоит учет НДС и ВЭТ. То есть это вот различия в разных релизах, ну, на самом деле раздел один и тот же. Снова переключаемся сюда и смотрим, что у нас здесь. То есть, ну, учет НДС, понятно, это настройки, с которыми вы уже работали. И дальше регистрация и контроль номеров ГТД. И вот здесь мы должны проставить флажок, чекбокс, учет прослеживаемых импортных товаров. Ну и, соответственно, указать дату, с которой это ведется. То есть, если вы не применяли ранее в добровольном порядке, то вы проставляете 7 месяца 2022 года. Если у вас было это раньше на добровольной базе, то ставите ту дату, с которой вы фактически это применяли. Теперь обратите внимание, то есть это мы включили, активировали возможность работы с данным блоком. И здесь же рядом мы можем перейти в настройки. После перехода в настройки мы, в общем-то, попадаем в рабочее место, в котором можно, ну, настроить, допустим, коды ТНВЭТ к номенклатуре прикрепить, ну и так далее. Я сейчас на этом подробно останавливаться не буду, потому что мы попадем в этот раздел немножко из другого места конфигурации. То есть я покажу несколько разных способов, как это можно сделать из разных мест. Давайте снова вернемся к нашим слайдикам. То есть после того, как мы включили флажок, активировали возможность работы с прослеживаемыми товарами, дальше мы работаем уже с режимом закупки, то есть когда создаем новую ГТДшку, нужно обратить внимание, это вот журнал нашей ГТД, то есть с самой карточки сделано дополнительное поле РНПТ и, соответственно, здесь стоит флажок. То есть это значит, что система уже работает и присваивает коды. РНПТ – это аббревиатура регистрационный номер прослеживаемых товаров. После того, как мы включили через NSI активацию, у нас появится в меню закупки, появится в меню, в подразделе сервис, появится строка учет прослеживаемых товаров. Давайте снова вернемся в демо-базу. Так, меню закупки, и вот наш пункт учет прослеживаемых товаров. Если мы переходим по нему, то мы попадаем в тот же справочник, который я вам, в то же рабочее место, извините, которое я вам показывала, когда мы активировали блок работы с прослеживаемыми товарами. Вот здесь теперь нужно более подробно просмотреть, соответственно, те ваши настройки, которые даны. Ну, то есть требуется дополнить классификатор ТНВЭТ, или у вас уже все в порядке, там все заполнено. Проведена ли у вас инвентаризация? Ну и, соответственно, выполнены ли действия по уведомлению налоговой инспекции об остатках и получению для них кодов. Ну, то есть пройти по этому разделу, посмотреть, что у вас есть, что надо добавить. И потом, если что-то вызывает какие-то затруднения, то есть вот такая ссылочка, вопросик. Это экспресс-помощь. Коротко комментирую, что требуется, что этот раздел конкретно позволяет сделать, что требуется от вас в этом случае. Снова вернемся к нашим слайдикам.
И теперь такой момент, посмотрим. Вот он, это же наше рабочее место. Еще один момент, что когда мы создаем документы, ну, например, передачи между складами или реализация, то, естественно, в эти документы попадут не только прослеживаемые товары, но и обычные, которые, например, местного производства. То есть, в отличие от маркировки продукции, прослеживаемые товары учитывают количество. То есть прослеживаемый товар – это количественный учет, а маркировка – это учет каждой единицы. Уведомления о прослеживаемых товарах, которые должны подать в налоговую инспекцию, позволяют выбрать, что посылается в инспекцию. Либо уведомление об остатках, либо о ввозе, либо о перемещении внутреннем, может быть, между складами или между регионами, если у вас есть обособленные подразделения и так далее. Теперь давайте перейдем к нашим ФСБУ и немножко с ними поподробнее разберемся. Значит, во-первых, эти два ФСБУ должны применяться с одной и той же даты, поскольку действуют они парой. И отличие от ПБУ-6 в том, что ФСБУ-6 2020 это, в общем-то, критерии по основным средствам, а 26 это состав затрат, то есть что включается, что не включается. Теперь достаточно сложный момент был с переходом на эти ФСБУ, потому что способов перехода несколько. Обычные предприятия, крупные в основном, и на общей системе, которые были, то есть есть некоторые показатели, по которым они должны были применять такой переход ретроспективно. То есть, начиная от времен татаро-монгольского ига, должны были быть пересчитаны все факты хозяйственной жизни, соответственно, изменены показатели баланса форма 1 и форма 2, ну и, естественно, подана в налоговую инспекцию пояснительной запиской новые формы. В бухгалтерском учете по проводкам в этом случае работал 84-й счет, то есть с его помощью была корректировка балансовой стоимости, ну и, соответственно, амортизация. Ну, то есть это самый трудоемкий из существующих способов, естественно, и самый трудоемкий, и самый, ну, скажем так, тяжеловесный, потому что кроме того, что мы сделали в программе, под это же еще надо было первичную документацию оформить. Следующий, так сказать, промежуточный метод немножко полегче, это упрощенный ретроспективный способ. Значит, он предполагает, что мы не пересчитываем предыдущие периоды, которые предшествуют текущему отчету, и проводим единовременно только итоговую корректировку по балансовой стоимости. Это тоже абсолютно официальный способ, он регулируется сообщением Минфина. При этом возникает такая коллизия, что баланс за 2021 год должен быть так, как он шел бы без учета корректировок. То есть корректировку мы делаем 31 декабря, а баланс подаем так, как будто этой корректировки не было. А вот за 2022 год, уже за текущий, мы должны будем подать отчетность так, как будто эта корректировка была сделана в прошлом году, ну и, соответственно, разницу оформить пояснительной запиской. Как обычно, расписать, что откуда. И самый комфортный, но, к сожалению, не всем доступный, это перспективный
метод. Его могут использовать только малые предприятия, и им не нужно пересчитывать показатели учета, отчетности до момента перехода на это ФСБУ. А применять его уже только с того момента, когда он начал действовать, и уже происходили какие-то операции с основными средствами, с имуществом, ну, то есть только вот с этого года, с 1 января. Новый ФСБУ и 6.26 практически должны применять все организации. Счета при, извините, не сказала, при перспективном методе используются те же счета, то есть 84-й счет – это увеличение или уменьшение амортизации, и, соответственно, с этим, ну, 0.2 корреспондирует. Значит, исключение для применения ФСБУ – это только бюджетники, только бюджетные организации. Даже микропредприятия не могут в этом случае избежать применения этого стандарта. То есть, если, допустим, в 5.20.19, ФСБУ 5.20.19, у микропредприятий были определенные послабления, то для применения этих ФСБУ, то есть 6.26, исключение только для бюджетной сферы. Единственное, что для микропредприятий, ну, то есть если организация имеет право применять упрощенную отчетность, то есть подавать только форму 1 и форму 2, у них можно не использовать некоторые пункты этого ФСБО. То есть, например, они могут не корректировать оценочные обязательства по демонтажу и утилизации, ну и операции по восстановлению окружающей среды. То есть применять они обязаны, эти ФСБО, но могут некоторые пункты, так сказать, упускать из внимания. Следующий важный момент – это понятия, новые понятия, которые появились в связи с вводом в действие этих ФСБУ. И, собственно говоря, какие мероприятия должны были сделать организации для того, чтобы перейти на ФСБУ, и какие понятия новые, которые должны быть установлены и прописаны в учетной политике. Ну, во-первых, необходимо было провести инвентаризацию объектов основных средств, так же, как перед этим должна была быть проведена инвентаризация запасов, то есть в соответствии с 5-м ФСБУ. И в соответствии с новыми нормами, которые эти стандарты устанавливают, какие объекты основных средств должны относиться к... Какие активы должны быть относиться к основным средствам? Ну, во-первых, было конкретизировано понятие активов, потому что в разных нормативных документах понятие актива было достаточно отличающееся друг от друга. Во-вторых, в учетной политике нужно было прописать лимиты, по каким критериям будут происходить отнесение активов к основным средствам, потому что исключено упоминание о стоимости, то есть критерием отнесения к основным средствам является теперь срок использования. То есть раньше было, что там, например, основное средство, к основным средствам относятся активы стоимостью, там, например, свыше 40 тысяч или свыше 100 тысяч, то теперь ценовой аспект из упоминания вообще убрали и оставили только срок службы. То есть сроком службы свыше 12 месяцев – это значит основное средство. И новые понятия, которые необходимы при переходе на ФСБУ,
Это, ну, например, ликвидационная стоимость объектов. И, соответственно, правила последующего учета. Ну, очень хорошо вот этот процесс движений, который необходимо предприятию осуществить, расписан в консультанте. У них есть приложение, где очень подробно расписаны энциклопедия спорных ситуаций, энциклопедия там, ну, тематически уже дальше. Еще одно новшество, которое в связи с этим ФСБУ возникло, это раньше в ПБУ-6 не звучало, что к основным средствам относятся средства, которые предназначены для продажи. То есть было определение, что к основным средствам относятся активы стоимостью там свыше такого-то, сроком службы свыше 12, не предназначенные для перепродажи. А в этом ФСБУ это упоминание убрано. То есть мы можем их и продавать, и сдавать в аренду. Первоначально ставим как основные средства, а в последующем распоряжаемся уже по усмотрению. Ну и закрепляет еще много понятий, которых раньше не использовалось. То есть балансовая стоимость, элементы амортизации, обесценения, ликвидационная стоимость, переоцененная стоимость и так далее. То есть на самом деле он более жестко подходит именно к оценке основного средства. И теперь уже держать завышенную оценку не получится, потому что переоценка должна быть регулярна и, ну, как бы приводить в соответствие с рыночной стоимостью, стоимостью основного средства. Ну, это вот то, что я вам сейчас рассказывала, только в, так сказать, в графическом выражении, потому что у многих графическое восприятие проще, чем текст. Собственно говоря, ФСБУ-6 определяет основные критерии по основному средству, то есть как его поставить на учет, как его переоценить, как дальше начислить износ, то есть появился моральный износ, раньше такого не было. Ну и, соответственно, если есть планы модернизации, там увеличение его стоимости, может быть, за счет монтажа там каких-то более крупных узлов. Ну, то есть достаточно много вариантов. И что может включаться в стоимость основного средства? Вот это у нас регулирует ФСБУ-6 и, соответственно, извините, ФСБУ-26. То есть, собственно говоря, что мы можем с 0,7 или 0,8 счета уже на 0,1 перевести. Ну, это так же, как было раньше, стоимость самого актива, то есть, что мы заплатили поставщику, стоимость монтажа, ну, соответственно, зарплаты работников, если это своими силами осуществлялся монтаж. Оценочное обязательство, которое должно учитывать будущий демонтаж и утилизацию, то есть расходы, связанные именно вот с этими двумя процессами. Ну и если в результате демонтажа требуется восстановить окружающую среду, то, естественно, стоимость этого тоже должна быть включена. Переоценка, наверное, самый, ну, трудоемкий процесс после инвентаризации. Их требуется, переоценки требуется проводить постоянно. То есть это я уже говорила. То есть предприятия обязаны проводить проверку на предмет обесценения. Это регулярный процесс, и по-хорошему должно быть включено в учетную политику с учетом того, что назначается какая-то комиссия и, соответственно,
ее полномочия, назначения и так далее. Теперь, по поводу амортизации. Здесь у нас так же, как и прежде, основная стоимость списывается в затраты через амортизацию. В этом случае ничего не изменилось. То есть также у нас амортизация закрывается на затратные счета, то есть 20, 25, 26, 44 и так далее, с кредитом по 0,2 счету. То есть в этом плане ничего не изменилось. И, собственно говоря, изменения у нас затронули только начисление амортизации, поскольку у нас теперь амортизация должна начисляться от разницы между балансовой и ликвидационной стоимостью. То есть вот этот момент очень важный. Механика закрытия счетов осталась прежняя, изменился только расчет по амортизации по 0,2 счету. Теперь переходим все-таки еще раз в ERP и смотрим, где у нас должны быть указаны эти вещи. То есть амортизация, извините, учетная политика у нас заполняется в организации, то есть мы выбираем НСИ и администрирование, выбираем организацию, ну, соответственно, выбираем из, если у вас одно юрлицо, оно будет одно, если несколько, выбираем. Здесь хочу сделать акцент, что в ERP учетная политика делается как элемент справочника, и для разных организаций можно выбирать уже созданную учетную политику. Значит, закладочка нас интересует учетная политика. И обратите внимание, в более ранних версиях ERP здесь был другой интерфейс. То есть, соответственно, сейчас это выглядит вот так. В общем-то, очень комфортно, на мой взгляд. И настройки системы налогообложения, это понятно, какой режим вы применяете. И нас интересует уже в дальнейшем учетная политика для бухгалтерского учета. И по пунктику «Изменить» мы переходим в саму, в этот пункт учетной политики. И, соответственно, основные средства проставляем флажок, потому что в этом году у нас уже это обязательная процедура. То есть амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ-6. И с какой даты? То есть либо с даты принятия к учету, либо с первого числа месяца следующего за принятием к учету. То есть у нас раньше амортизация не начислялась с даты принятия к учету. Раньше амортизация начислялась с первого числа месяца следующего за месяцем принятия. Теперь мы можем выбирать вот любую из этих позиций. Ну, раз уж сюда зашли, то попутно хочу еще обратить внимание про запасы, то есть про ФСБУ-5/2019. Вот на вот эти флажки обратите внимание. Они должны быть проставлены, ну и, соответственно, это должно уже, эти алгоритмы надо, чтобы уже использовались в программе. Так. Вернемся снова к нашим слайдикам. Это вот я показала на примере программы то, что отражено на этом слайде. То есть, соответственно, у нас амортизация будет начисляться в соответствии с 6-м ФСБУ и так далее. А теперь следующий момент. Ну, это вот уже картинка самой учетной политики. Ну и, собственно говоря, настройки, которые касаются именно вот этих двух новых ФСБУ, 6 и 26, это вот мы в учетной политике должны выполнить. Еще один момент. Все-таки по 26-му
ФСБУ, что у нас, ну, как бы основной является, какой основной лейтмотив этого ФСБУ? Я уже говорила, что оно содержит перечень затрат, которые могут войти в стоимость основного средства. Ну и, соответственно, когда начинается использование этой стоимости, когда она отнесена на 0,1 счет или есть какие-то варианты. Здесь обратите внимание, что обязательно ФСБУ-6, то есть все затраты, которые мы собираем на 0,7 или на 0,8 счете, введение в эксплуатацию должно оформляться соответственным актом ввода в эксплуатацию. И с этого момента все наши положения признаются объектом основных средств, и уже начинается именно вот списание через амортизацию. И, соответственно, если определены критерии, что принимается к капитализации, также определены критерии, что не учитывается в составе капитальных вложений. Вот здесь обратите внимание, очень важный, ну, такой административный крючочек, на который можно, к сожалению, неудобно наступить. Это документальное оформление. То есть если для бухгалтера основным документом является документ поступления и документ о том, что это уже принято в эксплуатацию от каких-то технических работников, то для отчетности, для налоговой отчетности необходимо документальное сопровождение решений. То есть должно быть решение, если особенно это крупная покупка, должно быть решение о том, что мы создаем основное средство, о том, что мы хотим его приобрести, либо наоборот мы хотим модернизировать. Значит, такие решения должны быть оформлены документально, либо протоколами, либо какими-то аналогичными документами. Если возникает какой-то внеплановый ремонт, какая-то деятельность по внеплановым именно отказам, то в этом случае эти затраты не принимаются. То есть, если у нас основное средство пришло в негодность, сломалось там или еще что-то, в результате небрежного отношения, нарушения условий эксплуатации, ну, безграмотности обслуживающего персонала, то такие ремонты на затраты не относятся. Ну и, собственно говоря, если мы меняли какую-то деталь и поставили бракованный, это тоже попадает под этот случай. Теперь давайте посмотрим по отражению в регламентном учете. Значит, в ЕРП вот в восьмой редакции уже 2.5.8 релиз есть такая функция. У нас есть закрытие месяца и есть отражение документов в регламентированном учете предварительное и окончательное. То есть в результате, когда мы закрываем месяц, или я хочу, например, посмотреть промежуток, то есть месяц я еще не закрываю, у меня, например, нет каких-то данных, может там по зарплате, может еще что-то, но я хочу прикинуть свой финансовый результат, я могу сделать предварительное закрытие месяца. Значит, отражение в учете у нас происходит через меню. Сейчас мы перейдем снова в демонстрационную версию. И в этом случае
мы берем раздел «Регламентированный учет» и выбираем пункт отражения документов в регламентированном учете. Ну, соответственно, программа сразу дает предупреждение, что если у нас еще нет закрытия месяца, мы вам все рассчитаем, но данные будут предварительные, они потом изменятся, поскольку будет пересчитана себестоимость производства, ну, соответственно. В этом разделе очень удобно отражаются всякие ошибки. Ну, во-первых, сразу выдается отчет по тому, что было сделано ручными операциями. Ручные операции, ну, практически хороши, если мы исправляем ошибки в бухгалтерском учете, когда не требуется, не задействуются налоговые регистры, и, соответственно, это не отражается в декларациях. Также показывает, если у нас есть какие-то ошибки в настройках ГФУ, например, то есть группы финансового учета. В этом случае здесь будет отражено, где у нас есть какие-то ошибки. Отчет об отраженных документах. Ну, то есть все документы у нас отразились в регламентированном учете или присутствуют какие-то неотраженные. Обычно документ не отражается в регламентированном учете, если допущены какие-то серьезные ошибки либо в настройках счетов учета, либо в оформлении документов. Ну, то есть при переходе по этой ссылочке мы сразу попадем, если есть документы с ошибками, то мы сразу попадем в этот документ. Не надо будет долго тратить время на его поиски. То есть вот такое отражение документов в регламентированном учете, этот сервис можно запускать в любое время, то есть он не требует монопольного доступа. После того, как мы все проверили и посмотрели, этот доступ, то есть отражение документов, можно настроить по умолчанию в автоматическом режиме. То есть, если мы проставим вот здесь вот флажок, то, соответственно, будет можно выбрать по какому графику, когда, ну или вручную, когда идет подготовка к каким-то декларациям и отчетам. Окончательное закрытие месяца с учетом всех наших вот этих изменений, всех ПБУ, новых, не выговорю, язык заплетается, стандартов бухгалтерского учета. Это закрытие, естественно, закрытие месяца. Запускается он у нас, напоминаю, финансовые результаты, контролинг. И вот оно у нас закрытие месяца. Здесь вот уже происходит и начисление амортизации, и распределение затрат, и списание расчет себестоимости. Ну, то есть этот режим автономен полностью. И, соответственно, если где-то что-то не выполнено, то у нас сразу возникают вот такие красные крестики и пояснение, а что же это такое. И по переходу подсказочка подробнее, мы попадаем в те документы или тот раздел, где это не выполнено или сделано неправильно. То есть смысл в том, что практически участие бухгалтера требуется первоначально при настройках, то есть когда выходят новые какие-то законодательные акты, вот как наши стандарты или ФЗ, и бухгалтер должен сделать настройки, активировать, например, вот работу с прослеживаемыми товарами или нет. И, собственно говоря, после этого работа идет в автоматическом режиме, то есть выносятся документы обычными пользователями, и закрытие месяца, составление, в общем-то, расчет финрезультата идет полностью в автоматическом режиме, то есть от бухгалтера требуется только его запустить и после этого проверить, где были нарушения
Нарушение технологии. Соответственно, найти виноватого и назначить ему примерное наказание. На самом деле, сам по себе расчет закрытия месяца не требует бухгалтерского вмешательства, только контроль ошибок. Если у вас хорошо поставлено, ну, первоначальный ввод документов, дело производства, работа ваших сотрудников, то закрытие месяца практически это механическая регламентная операция, которая выполняется программой самостоятельно. Давайте еще раз вернемся к слайдикам. Ну, то есть это вот то, что я вам показала сейчас на демонстрационной базе и то, что мы видим на слайдике. Наша встреча, в общем-то, подошла к концу. Единственное, на что мне хотелось бы еще раз обратить внимание, что при составлении отчетности за 2021 год мы не можем полностью отключиться, что это вот были только налоговые изменения, а вот это были только бухгалтерские. Они, естественно, взаимосвязаны. То есть нужно просмотреть настройки, вот про которые мы посмотрели, то есть настройки прослеживаемых товаров, настройки ФСБУ 6.26, и вот уже после этого делать закрытие месяца. Изменение форм отчетности, то есть новые виды декларации, новые фирмы, новые бланки там РСВ и так далее, соответственно, вносится в программу автоматически при обновлении релизов. Ну и что нужно проверить, это, естественно, какой релиз у вас сейчас стоит, то есть включает ли он все новые требования, положения и так далее. Потому что вот именно во второй половине года были основные изменения, которые у нас в 2021 году приняты. На этом моменте разрешите мне с вами попрощаться. Компания Coderline благодарит вас за уделенное время, за уделенное внимание. Еще раз хочу показать наши контакты. И, собственно, мы с удовольствием окажем вам любую помощь, которая касается 1С. Это и ответы на вопросы, и помощь в настройках программы, и если требуются какие-то доработки именно под ваши условия, под ваш бизнес. Еще раз благодарю вас. Всего доброго.